У нее не было страха, правда. И последнее, когда мы с ней говорили на фестивале традиции, она говорит мне: папа, я чувствую себя воином. Я чувствую себя героем. Я хочу быть таким. Я не хочу никакой иной судьбы. Я хочу быть со своим народом, со своей страной. Если это кого-то затронуло, ее трагическая гибель, ее личность, ее цельность, то у нее было бы одно желание. Не помните обо мне, не прославляйте меня. Сражайтесь за нашу великую страну. Защищайте нашу веру, наше святое православие. Любите наш русский народ, потому что она погибла за народ. Она погибла за Россию на фронте. И фронт это здесь. Цена, которую приходится платить, она может быть оправдана только высшим достижением, победой. Она жила во имя победы. И она погибла во имя победы. Нашей русской победы, нашей истины, нашего православия, нашей страны, нашей державы. Простите.